Это тот не перенесли сюда еще. Так, да, тут добрый день всем еще раз. Хочу, только выключила камеру, но я тут увидела такую красоту, ребятки, я не могу это не заснять. Значит, на детскую площадку перенесли, у нас тут был такой экземпляр, я даже сейчас не вспомню, как он правильно называется, в общем, какой-то такой зверь из далекого прошлого. Смотрите, это у нас в Харькове есть умелец, который вот выпилил такую красоту. Смотрите, с дерева. Глазки такие, хвостик. Смотрите, какая красота и милота. И подарил и оставил у нас на нашем месте, где мы любим гулять. И у него появился друг. Я так думаю, что это этот же человек сделал ему дружка. Смотрите, какая. Это просто теперь, наверное, будет целая серия. И зубы, как я зубы из чего у него. А? Божечки, это сколько работы, сколько труда. Язык какой двойной. Вот это да. Вот просто я восхищаюсь нашими людьми. В это время заниматься такой красотой и дарить это людям. Вот, вы знаете, я недавно прочитала про него, так вскользь написали, что харьковский, житель Харькова, ему вот дали бревно, или как там написали, так как-то интересно. И он сделал вот несколько, он, по-моему, год или два даже вот первого делал такого зверька и оставил в Харькове. Даже ни фамилии не назвали его, ничего. И вот второй стоит. Я думаю, что это тоже он. Смотрите, какой. Ногти какие. Видите? Когти. Здорово. Вот как-то ж он называется. Надо посмотреть, как он правильно называется. И подписать. Вот такая красота и милота. Девочки. Нет, 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 нет. Вот там, вот в том лесочке, он стругал, пилил. И теперь поставили сюда. А язык какой? Какой язык? Ай. Держится. Ну, главное, чтобы его не сломали, чтобы он был. Есть какая-то, как скорлупа, тут такое, как... Ну, просто красота. Не знаю, я действительно любуюсь. Все, на этом закругляюсь. На этом закругляюсь. Просто наш источник, ну, я не знаю, удивляет каждый. Вот я хожу очень часто, и каждый раз что-то интересное, что-то новенькое. А ну-ка, загляните ему в пасть. Есть еще отверстие, не пойму, это его природное, то есть это он такой, покажу, он у него, он, типа дырочка вот там. Это ну, может быть, в язык присыпан. Нет, прикручен. Язык, отдельно. А тут еще как бы это какое-то еще дополнительное. Из зубы какие-то, что надо вот горло. Это выпилить. Вон там вот есть вот какая-то вот. Дырочка, это может, чтобы слышишь, может, чтобы вода стекала, ну, чтобы не застаивалась, может быть. Ага, вот она тут дырочка эта. Дырочка, да? Да, наверное, чтобы вода стекала, ну, да. Потому что если застоится, он может испортиться. Ну, да. Спасибо всем за то, что вы заходите, что вы смотрите, что вы комментируете. Спасибо за подписки и за лайки. За просмотр рекламы, вот мне подсказывает. Всем удачи, благополучия, радости и, конечно же, мирного неба над головой. Всем пока-пока!